Такое незалежность для краины. Гэта право самим вырашать пытание узаимоотносин с суседями, с усім светом. Что такое незалежность унутренная? Это коли мы сами, белорусы, вырашаем, кто будет кировать нами, як будет развиваться наша держава. Сегодня диктатор хочет позбавить нас вонковой и унутренной незалежности. Але сегодня наш день. И это наша краина. И мы будем вырашать лёс будучыні Беларусі. Беларусь 30. И менавіта тым, кому зараз 30. Плюс ці мінус. Але каля гэтай даты 30, гэтай лічбы, менавіта моладзь будзе вырашаць будучыню Беларусі. Бо менавіта моладзі жыць у будучай дэмакратычнай краіне. Республіка Беларусь.